21 марта 2019 года. Территория расположения войсковой части 47-280. Сейчас мы видели автомобили, идущие по дороге. Влево Ютербок, вот направо Трейбрицин. Видно, не видно против солнца. А здесь находился постамент с танком. Прямо было КПП, видно здание, в коем размещался штаб войсковой части. Затем в нетном же здании была библиотека, другие службы. Мы с тыльной стороны здания, в коем размещалось под одной крышей столовая офицерского состава, мастерская артвооружений или других. Мы пройдем по этому месту с тыльной стороны. Пока листвы нет, и мы кое-что можем здесь рассмотреть. В летний период этого сделать невозможно. Еще раз посмотрим в эту сторону. Это были магазины. Поликмахерская, это на Бже. Там гражданская. Вот еще автомобиль прошел. Кран, не кран. Будет ли видно, не будет. Предисловие довольно большое. Вот деревья. Они, конечно, были в ту пору. В далекую уже. На этой молодой поросли, конечно, не было. Это вот все свиньи перекопали. Вольготно они себя тут чувствуют. Перекопано. Тепло. Сейчас, наверное, градусов 15-16. Солнце, как видите. Утром была очень низкая облачность. Я был сегодня... На полигоне? Нет, не на полигоне. В отдел охранения войсковой части 75-244. Также был расположение войсковой части 010-10. Кое-что мы сделали с вами. Видео и фото. Еще не размещал я ничего в материалах группы «Алтышлагер». Не в Ютубе. А времени уже ближе к 4. Не планировал, но погода получилась хорошая. Было пасмурно, кое-как мы сделали с вами фото, видео. Много объектов я сегодня там для себя новых обнаружил. Очень много всего там еще мною не обнаруженных. Вы видите. Фото, видео мы сделали. Вот потихонечку мы куда-то добрались. Вот это здание никто не узнает. Что здесь было в этом помещении, в помещениях этого здания. А это мы уже знаем, это вот вход в офицерскую столовую. Столовая офицерского состава. А вот здесь опять посмотрим, что делается тут. Это площадка была тут, или плац, или просто площадка. Было ли здесь место отдыха, бог его знает. Если туда быстренько пройти, посмотреть, какие-то пристроечки были. Их нет. Ломаное что-то все. Ух ты, ветер поднялся. Вот тут что делается. Вот так можно пройти и к дому офицера, клубу, казарма саперов, казарма
коем размещались, размещалась Ремрота, другие подразделения, мы туда не идем. Нас интересует здесь. Там мы бывали, да и здесь мы бывали. Слышно, не слышно, как птички поют. Да и прохладно было сегодня, наверное, 8 было градусов, когда была низкая облачность. Это все столовая. Вот так прямо просматривается уже двухэтажное здание. Это общежитие. Вот видно, что много деревьев молодых. Можно сориентироваться, что будет тут летом. На велосипед внимания не обращаем. Фото и видео здания этого здания столовой офицерского состава у нас есть. Довольно много. Фото, видео. Мы входили в любую дверь. Это сейчас тут все заколочено. Вот здесь, если зайти в эту дверь, которая сейчас заколочена, пройти невозможно. Подняться можно на второй этаж. Вон туда. Мы там поднимались. Ходили, смотрели. Видео, фото. А в подвальном помещении сауна довольно неплохая, на мой взгляд. Не скажу, что одна из лучших, которые я встречал. Вот здесь тоже был вход. Это вот здание, так называемое здание малого штаба. Вот оно открыто здесь. Заходи, выноси мебель, имущество. Мы не пойдем. Здесь был коммутатор, почта, какие-то другие службы. Все это у нас есть на фото и на видео. Это первая казарма или здание казармы. По счету первый. Прямо выход КПП будет. Здание малого штаба офицерской столовой. Это склады, магазины.